Так ты вспомни, я добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в этом гостеприимном зале, зале Творца культуры. Амафос, сегодня, уважаемые дамы и господа, вам предстоит встреча с прекрасным, красочным, чувственным, восхитительным, интеллектуальным искусством джаза. Покажите ему зрение. Наш сегодняшний концерт называется «Северо-Запад джаз». Сегодня перед вами выступят два коллектива. Это студия традиционного джаза, которая представляет наш город, город Череповец. И группа Игоря Володина. Это сборный состав, который приехал к нам из Архангельска и Тихвина. Они тоже вас слышат. Нельзя не сказать о спонсорской поддержке, благодаря которым сегодняшний концерт стал возможным. И сегодня мы, конечно, все это будем наблюдать и наслаждаться. Это аптека-таблеточка, компания «Юмак» и торговый центр «Северо-Западный». Дорогие друзья, первыми на нашу сцену выйдут музыканты студии традиционного джаза. Само название коллектива говорит о репертуаре. Да, это, конечно же, это любимейшие произведения великих джазменов уже прошлого века, 20-х годов. Это Миллер, Гершвин, Оливер, Армстронг и многих-многих других. Команда играет традиционный джаз или новоорлеанский джаз, это называется. Это самые любимые мелодии джазовые, конечно же, знакомые всем нам до боли. Я думаю, что замечательное настроение подарит нам студия традиционного джаза. Для кого-то этот день запомнится тем, как много выпало снега и как быстро он растаял. А для всех присутствующих в этом зале, я уверен, он запомнится потрясающим наслаждением, которое мы вместе здесь получим. Итак, дорогие друзья, встречайте, студия традиционного джаза!